В Челябинской области уничтожили 25 тонн потенциально опасного сливочного масла. Было установлено, что вся эта продукция, а здесь 3 тонны, хранилась без документации, и срок годности у некоторой партии истек еще 10 мая. А еще было частично разморожено из-за неработающего холодильника. Неужели планировали переупаковать продукт, а дату изменить? В итоге собственник масла просто залил продукт специальным раствором, а потом отвез на ветеринарно-санитарный завод, где его утилизировали.